Ребята, кто не помнит, с 11 по 13 ночью, то есть две ночи подряд, ну там, по-моему, 12 августа, будет звездопад. Каждый год, я напоминаю, позапрошлом году я вообще забыла. Это было очень обидно. В прошлом году мы поехали в Хайфу, что было неправильно совершенно. Подбили меня друзья, и я на своем не настояла, и была облачно сильно, ясно дело, ничего не увидели. Вот сейчас я уже подсуетилась, и мы уедем с Димой на 2 дня в пустыню. Ну, не совсем там пустыня, но намного южнее. В Бершеву туда, за Бершеву. Вот, так что будем наблюдать. И вам советую, если, конечно, погода позволит, интересное годовое такое событие. 22,79, $36. Мы на марафоне колец, часть вторая. Вот такие интересные проволочки. Очень милая модель, мне нравится. Так, 18,6. Я вернулась с севера, я была в Маалот. Маалот — это город, который намного севернее Хайфы, если я не ошибаюсь. Там реально намного севернее, ближе к Нагории. И погода там супер. Там вечером, как в Европе, 24 градуса. Завидую белой завистью. 22,79, $36. Потому как у нас тут в Петах-Тикве это просто какой-то капец. Так, какой-то у меня тут значок в камере непонятный. Ты чего? О, пропал. Далее, 28,11, $45. Такое фундаментальное кольцо. Получается на 18,4. Ну, кому 18,4, а у кого и пальцы потолще. То есть, ребята, оно идет, наверное, на 17,8, потому как мало мерит. Так. Третье колечко, которое я вам хочу показать, уже будет с камушками. Камушки тут гранаты. Модель 1252, $45. При заказе можно просить разные вставки и даже микс, не обязательно три одинаковых. Значит, оно на 18, такой ярко выраженный размер. Кто что ждет от Шаблюля, Зор мне сказала в четверг, что в воскресенье или в понедельник она мне вышлет опять посылку с UPS. Значит, когда она мне ее вышлет, посылка придет на следующий день. Посмотрим, какие там заказы пришли. Как я уже сказала, заказы приходят в произвольном порядке. То есть они не в порядке очереди их делают. У них там свои планы на литье, на обработку. Поэтому не приходит все вместе. 30,48. Это довольно недешевое кольцо, но оно состоит из большого количества золота. Это из последних моделей. Тут 14-каратное золото. Ведь это все напайка чистого 14-каратного золота. И есть тут проба. И голубые топазы на 17,5 размер. То есть это уже из таких вот... Ну и натуральный жемчуг, разумеется. Из таких уже не игрушечных колечек. То есть состоящих из дорогих ингредиентов. Это уже бутерброд не с селедочкой, а бутерброд с красной икрой. Соответственно, и цена. Хотя селедочку я люблю. Так, девчонки, книжка, которая очень многим нравится. Их есть три вида. Дерево, сердечко и не помню, третий там тоже что. Глаз. О, вспомнила. Глаз. Ну, как вы знаете, глаз — это такой символ очень всеми любимый, восточными, особенно жителями этой планеты.
Вот тут у нас сердечко идет. Книжка такая. Даже вот микроключик у нее есть. На 18 размер. Представляете, ходите вы с таким кольцом, а все вокруг стремятся выяснить, что же у вас внутри. А вы показываете, что внутри, только самым-самым близким. Или за небольшую плату сказать: дай мне денежку, а я тебе покажу, что там интересного, секретик. 17,76, $52. Так, еще у меня есть 4 кольца, которые остались. Их была целая стая. И осталось так: 2 с чароитом. Это 25,75. $48. Довольно большой размер. 19,7. Он не маломерит, то есть идет размер в размер. Это первая с чароитом. Есть с чароитом номер 2. А, нет, это, ребята, лабрадор. Извиняюсь. Но там с чароитом тоже будет. Вот такое. Это все внутри. То есть это снаружи оно гладкое. Это внутренние все разломы в породе. Вот такое вот. Тоже, соответственно, $48, 25,75. Оно уже на 18-18,5. Для любителей кругленьких камней. Есть у нас еще один чароит. Вот он. Это уже чароит номер 2. Тоже большой. И четвертое кольцо из этой плеяды звезд с лунным. Вот оно. Это лунный, который на снег похож. Есть лунный камень, который на лед похож, а есть лунный, который похож на снег. Такой разряд такой электрический по нему пробегает. Красивое кольцо, крупное. И размер у него, вам скажу, где-то 18,5 даже. Не, 18-18,5, да, но не маломерит. Так что вот таких 4 брата остались. Но их было больше, и что-то купили, что-то вот у меня тут. Так, из еще золотых колец за $108, 28,37. С красивым лабрадором. Вот это все золото напаяно, 14-каратное сверху. То есть поэтому и цена не маленькая. И это кольцо у нас на 9 размер. Я его, по-моему, недавно показывала. Кто-то его даже отложил, но не забрал. Очень красивое. Для кого важно, чтобы было и золото в украшениях. Так, ребята, напоминаю, прием Марказита до 5 числа. Мы решили в этот раз ограничить, а то конца и края нету. Девчонки несут и несут и несут, а те, кто самый первый подал, все ждут и ждут. Поэтому решили все, 5 закончим. Вот это такое милое, интересное кольцо с авантюрином, с такими очаровательными совершенно цветочками. Вот напоминает какую-то шкатулку украшений. Одна девочка хотела его забрать, но она была маленькая на нее. $55. Это секретный код D166. И необычайное кольцо, очень прикольное. Вот такая мини-шкатулочка с какими-то драгоценностями внутри. Можно пофантазировать, что она хранит. Такой очень восточный такой стиль.
горячо рекомендую. $55, D166. Вообще мне нравится очень авантюрин. И тем, что он на нефрит жутко похож, и тем, что он зеленый, и очень спокойный такой оттенок. Ну, во всех, по всем параметрам хороший камень, качественный. Так, девчонки, очаровательное совершенно кольцо с кианитом. Я его показываю, если честно, наверное, третий раз уже. И как-то никто на него не клюнул. $42, 18,94. Оно еще даже с фианитиками по бокам в качестве бонуса. Большой размер. Кто хочет кианитик, недорого, бюджетно, мило и оригинально. Смотрите, какой красивый. На 19 размер. А вот вам антистрессик. Голубой топаз. $46, 18,35. У меня есть такой же точно с белым фианитом. По-моему, недавно я показывала. Видите, где колесико проходит. Оно на 18 размер. Я дочитала Харуки Мураками «Кафка на пляже». Мне вообще очень нравится Харуки Мураками. Очень странно пишет. И вот как-то мне очень подходит. Хорошо укладывается в мое сознание его произведение. И вот «Кафка на пляже» я долго-долго оттягивала, чтобы... Ну, во-первых, не хотелось прочитывать все его известные романы, чтобы хоть что-то осталось на потом. А во-вторых, там неоднозначные я отзывы читала, но мне очень понравилось. $46, 18,35 артикул. Девчонки, если кто-то читал и захочет подискутировать на эту тему, с удовольствием послушаю ваше мнение. Но очень интересно. А сейчас я перечитываю «Миллиард лет до конца света» Стругацких. Это, наверное, уже 15-й раз. Я его уже, по-моему, на память знаю. Но, опять же, перечитываю я это. Сказано не совсем точно, у меня вообще совершенно нет времени читать. Я вот, когда вам пакую посылки или что-то делаю такое за столом, у меня просто аудиокнижки. Великолепное изобретение. Дай бог здоровья тому, кто придумал. Сокращает время и, используя, можно проводить всякие такие временные промежутки жизни. Так, 18.00, $47, шикарнейший лабрадор. Интересное кольцо. Я вот тоже, по-моему, недавно показывала. Оно у нас недолго лежит. Но как-то его не заметили. 17,8. Видите, какая интересная работа. Фантазийное литье. Я переписывалась с Игорем вчера по дороге на север. В машине сидела с нашим Игорем из Таиланда. Говорит, что-то нехорошие дела там. Тайцы не пускают туристов вообще. Страна придет в итоге еще больше упадок. Ювелирная промышленность хромает вовсю. Туристов же нет как бы. Короче, что-то грустно, грустно. Да, надела дело вот эта эпидемия, и конца и края ей нету. Так, смотрите, это у нас 11,58, $45. Удобно очень за счет того, что здесь шинка заужена. Это они классно придумали. То есть ощущение широкого кольца, но оно на самом деле широкое только с одной стороны. И это есть правильно. И размер, ну, 18 миллиметров, но оно на семерочку американскую. Потому как мало мерит. То есть 17,5, не более того. 1,58. Очень оригинальное кольцо. Тоже D602, секретный артикул. Такое ощущение, что не шаблюлевская, вот какой-то другой стиль совершенно. Даже, ну, по-моему, не черненая. Либо черненая очень так элегантно. Аметист натуральный. И вокруг напайка золота в виде квадратика. И $111 оно получается, потому как
Золото здесь домик, видите, довольно крупный. Так что, если кому нравится, такой он вот благородный. Вот если кого-то смущает восточный стиль шаблюлевских украшений, вот это именно вот хоть и израильский стиль, но он уже более такой классический. Менее восточный, я бы сказала. Вот. Это у нас, ребята, на мой взгляд, 17. Ну, оно как бы, да, оно у нас как бы маломерие довольно серьезно. 17,5, 17,7. И очень красивый аметист стоит, видите, кабошончиком. Так. Ух ты, ты смотри, а. Я вам показала всю корзинку, которую приготовила. Так, это время прошло быстро. 15 минут. Я думала, минут 5 только я снимаю. Так, у нас, значит, последнее, что приготовила, это кольцо, и я хочу уточнить. Это, во-первых, одна из последних моделей. Цена его $100, 29,79. Сейчас я вам объясню, в чем тут прикол. Здесь прикол в том, что это тоже золото. Все вот это вот вокруг, это все 14-каратное золото. Значит, здесь, как вы видите, баклажанового цвета жемчуг, и посреди белая жемчужина. При заказе вы можете попросить все жемчужины белые или все баклажановые. То есть оказывается, что в шаблюре, я уже много раз говорила, жемчуг разных оттенков. И пока я не спросила, я даже об этом не знала. Так что при заказе уточняйте оттенок жемчуга. Но в данном случае, смотрите, очень интересно, мне кажется, когда вот идет сразу два оттенка и так красиво оттенять. И вообще-то кольцо очень удобно на руке. Тоже очень благородно смотрится. Из таких вот недешевых вещей на 18 размер $100. Тут у него должны пробиты быть все его регалии. Да, вон. Тут 4 пробы обычно шаблюль ставят. 14 карат золота, 925, Израиль и шаблюль на иврите. Так, все, девчонки, это все, что, собственно, я вам приготовила на наши ночные повторяшки. Это у нас были кольца «Марафон колец номер 2». А коробочка даже, если честно, и не уменьшилась. Так что еще смотреть нам не пересмотреть. Всем хорошего воскресенья. У кого отпуск, отдыхайте. У кого работа, радуйтесь. Ибо когда есть работа, оказывается, это хорошо в наше время. Вот и вообще... Нам ли быть в печали, все будет у нас отлично. Не скапливайтесь, да пребудет с нами сила и без паники. Всем пока!